sukak kalaja galesha ikshwa kuvansha avatirya urogni deshe kishtan manam saddaitan uja avivesha yasmin virukhya dasha khandhara akimacha. И вот Шивы упали. По беспричинной милости ко всем живым существам этой вселенной Верховный Господь вместе со своими полными экспансиями явился в роду Махараджи Икшваку, став господином своей внутренней энергии Ситхи. По велению своего отца Махараджи Дашаратхи, он в сопровождении жены и младшего брата отправился в изгнание в лес и прожил там несколько лет. Обладавший огромным материальным могуществом, десятиголовый Равана дерзко оскорбил Господа, что в конце концов послужило причиной его гибели. Jai Jai Ram.
Строчкою поет о неизменном и прекрасном. Прославьте Господа и слух святого эпоса героев. Пусть песня ширится вокруг и людям всем сердца раскроет. Thank you.
Thank you.
Rama, 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 Rama.
Ура!